by an aerial bomb in the car on our seat. Thank you.
Один смазывает йодом, другой ставит укол. Как закончатся шприцы, быстро проводишь дезинфекцию иголок. Была специальная колбочка. Туда иглу кладешь, воды добавляешь, на спиртовку 2-3 минуты ждешь, чтобы закипело. Хорош. Откройте рану. Готовьте поле. Воспоминания Казубенко и Вада. Обустраивали санчасть так. Ставили палатку, одну для амбулатории и вторую для личного состава. Все работы проводили на помощи и взаимопомощи при ранениях. Как пользоваться индивидуальными перевязочными пакетами. Оказывали помощь как в санчасти, так и непосредственно.